пожалуйста. Петрова Анна, я представляю компанию, транспортную компанию «Эллада» города Мурманска. Мы приехали на встречу по приглашению дядина Владимира Васильевича. Встречались мы с министром транспорта. Ну, по идее, по итогам встречи могу сказать, вы ничего для себя нового не услышали. Все одно и то же, переливание воды из пустого в порожнее. Ну вот, как бы выступали люди, ну, от которых я говорю, это зеркальный мир, это не мы, то есть это не мы, нас не слышат, я не знаю, вот что делать. Вам удалось задать вопрос? Нет, в конечном итоге, то есть с помощью выкриков меня поддержали, кстати, меня поддержал Матягин Владимир Васильевич, благодаря ему я, конечно, трясясь вот так вот микрофон, задала вопрос, перепутала имя, назвала его, по-моему, как-то не Максим Юрьевич, это не важно, да? Ну вот, я ему задала вопрос, я говорю, вы вообще понимаете, что вы творите? Вы понимаете, что вы творите, к чему вы ведете? Ну вот, ну, соответственно, никто меня слушать не стал. Сказали, что это все балаган, конструктивного разговора с нами не получится. Ну, и будем дальше встречаться. Остались при своих, да? Да, остались при своих. Представьтесь. Мы представляем, я представитель там компании «Эллада». Тогда, если вы не знаете, решение, то у нас конкретно ребята.